Мы находимся на слиянии рек Войтоловки и Мги. Река Мга вот она чистенькая, протекает Войтоловка, вот вытекает с дерьмом, извиняюсь за выражение, которое со фермы в населенном пункте Норма, свинофермы. И так каждый год в 2-3 раза большой сброс. И вот эта вода дальше течет в Неву и, естественно, попадает в водопровод к нашим согражданам. Мы пьем из этого, моемся этой водой. Также гости Петербурга тоже пьют именно вот эту воду.